Что ж, давайте возьмем меч. Я могу побегать с вот этим, а могу на 3 секунды после спешла атака может критануть. Шанс крита 15%. Не очень высокий, но побегаем просто потому что. Такая прикольная, прикольная рапира. А чей это меч? Аспект не Мезис, а одна из дочерей Никс. There's the blade. Шапка светится, голова. Так, и это будет спидранчик. Попытка, по крайней мере. Стаффинг убираем, доп персонажа убираем, экстремальные меры эмигеры пускай будут. Так уж страшно. Снейк ойл, да, так прикольнее. Скорость движения, вот это все убираем. Того восьмера выходит. Блин, ну это прям очень-очень спидранить надо. А вдруг меч слабенький будет? Я забыл кипсейк поменять. Шигейс, привет. My keepsakes. Что мне из кипсейков понадобится для спидрана? Dodge и movement speed. А поехали. Я начну с монеты, потом возьму Dodge и movement speed. Нет, давайте сразу первого возьмем. Блин, кьюшку можно отменить теперь. Не обязательно попадать по врагам, можно просто юзать кьюшку и все. Так, ну тогда может быть даже... Не, ну Мегера ладно. Гол Гидры тоже ладно, нормально. Все-таки 6 минут или... 4. Чекните какую-нибудь новинку, надо понять, с чего начать. Или Мистовер, или Валфарис. Ладно, давайте с четверкой попробуем. С шестеркой я уже проходил, попробуем теперь с четверкой. 7 минут. А тогда было 9, да, по-моему? Эх, тебе нужно... Ты выглядишь так, как будто тебе понадобится помощь. О, спешл наносит больше урона и наносит слабость, да. Thank the gods. Афродита с хорошими бунами или Арес? Блин, я не очень хочу Ареса на меч, поэтому... Погнали сюда. Боже, какое интересное око. Бать, ну давай быстрее, бать! Взял и всрал сразу же от... О боже, как тупо! И ведь этого лучника я изейше раскатываю. Просто я ворвался в... Блин. Да. Хорошее начало. Давай сюда свой лук. Кристаллы, кристаллы. Сдала, поехали. Итак, ваша атака отправляет волну, которая пробивает противников на 30 урона. Дэш атака хитует дважды. Спешл хитует дважды, но не отталкивает противников. Уууу, годабл новый лол.
Кайф. Вов. Че, никаких ни магазинов, ничего, монеты не нужны. ПП нужно. 5 минут. Офигенно просто. Рашим, рашим, рашим. Монеты не нужны. КП нужно. Блин, этот как-то не умер. С другой стороны, чардж-атака двойная тоже была бы топчик. Поди-то. Хорошо. Lady Aphrodite, ЛКМ, дэш или слабые противники еще больше урона получают. Блин, ну. Раз я пока что на одной кьюшке играю, погнали так. Интересно, два ключа, кстати, дадут. По-моему, должны два ключа дать. Блин, да что ж такое-то? Ну, блин. Давайте мне что-нибудь поинтересней. Блин, а тут только... гранат. Блин, мне надо кьюшку апнуть, кстати. Я пойду гранат возьму, чтобы урона поднять себя. Блин, 2 минуты всего, лол. Infernal Trove. Да, сундук мне нужен. В магаз не пойдем. Еще гранат. Блин, ну тут уже 20% маловато. Может быть, вот эти 4... Не. 20% больше, чем 4, так что да. Тифона и ее друзья. Ой, стоп, Олег-то ее друзья. Thank you.
Изи. Пока что изи. Отличный спидран получается на одной кьюшке. Clearer time. 14% уже. Я, кстати, совсем забыл про плюм, которым я попользуюсь. Ну ладно. Окей. После спешала атака может критануть. То есть только обычная атака. То есть я, в принципе, зря этот меч взял. Потому что билд у меня чисто на спешале. Что ж, восстановить. Ничего менять я не буду. Магаз. Нет. Я с двумя бунами всего прошел начало. А, ну потому что я в самом начале просрал Афродиту, да, получив урон от мелкой собаки, которая заспавнилась, блин. Нет, конечно, хп 50 это круто, но нет. Просто уничтожил камень. 8 минут у меня есть. О, босс, я узнаю это перышко, которое ты используешь. В ней есть частичка моей скорости. Но все еще больше, чем большинство. 3 дэша, да. 25 доджи, это, конечно, круто, но... И все? Ладно. Ну да. Эти почти шотаются. Артемида, мне бы пассивные криты, наверное, сейчас. Пойдем к пассивным критам. Посейдон, после этой катки я планирую калат пойти проходить. Если чё. Да, улетел, а? А ну вернулся. No use. Коллект ревард. Блин, опять ревард куда-то потерялся. Ну почему так? Почему мне второй раз на спидране в Асфадели так не везет? О, летит. Не летит, а стоит на месте Артемида. Хорошо, охоту загрей. Ты отсюда выберешься, быстрее сможешь спасти меня от моих ужасных родственничков, пожалуйста. Она мне предлагает критующую кьюшку. Не, лучше любой урон может критануть. Воскрешалки нету, говно. Тут что, сундук, по-моему, был? На 150 монет, неплохо. Потом к Зевсу, естественно. Ух, какие спидранчики, какие спидранчики. О! Наконец-то я им отомщу сейчас, скорее всего. Не знаю.
Думаю, что отомщу. А, так их здесь не будет так много, к сожалению. Зюся. Пробелы, наверное, будут норм. Не знаю. Это Revenge Damage 124 мне предлагаешь. Пробелы очень слабые, но у меня их 4. Ульта нет, вряд ли. Revenge Damage звучит неплохо. 124-очка. Это... Тем более я постоянно стою и кастую кьюшку. Пока я кастую кьюшку, я иногда получаю урон. Revenge Damage возьмем. Да опять пропало. Да что ж такое-то? Ну где в этот раз? Кто там был хотя бы? Там был кристальчик, да? Кто-нибудь видит этот грёбаный кристальчик? Кто-нибудь заметил, я не знаю, чат, пожалуйста. Я, ну, серьезно, у меня опять спидран факапается. Из-за того, что игра в раннем доступе. Он вон там, ну, слева, справа, сверху, ну, я не знаю. Мне нравится игра, но загрей так хамло к своему батю, уважал бы и чутка его, он все-таки его отец. Нет, загрей не хамло, это батя хамло, Псидон. Загрей как раз поступает так, потому что батя сам не очень. Так общается с ним. Прилетел! Ну спасибо! Два бога или... Да, конечно, два бога. Кого первым берем? Да неважно, я в принципе ваншотаю все почти. Артемида будет наводиться, а... Сейчас возьму. Вот. Вот этот даже звучит поинтереснее. Вот я бы взял Джолтед сейчас. Верту донейшн аксептед 50 рублей. Готов к стриму с пенными или виски лей. Спасибо. Спасибо. Блин, я возьму Джолтед, как бы забавно это не звучало, потому что мне не... Я не знаю. Мне казалось, пробел слишком слабый сейчас. Хотя нет, он был бы явно сильнее, чем Джолтед, на который мне нечем прокать пока что.
Ну, мне есть чем его прокать, но только пассивкой. По факту. Хорошо справился. Так, дальше атака мне не нужна сильно. Exit wounds неплохи. Radio critical damage. Oh, if one nearby gets marked. Yes. 22 чембер. Мне кажется, надо в магаз зайти в надежде на то, что там будет. Я на самом деле хилку хотел. Крит эффект наносит большой урон против армора. Фигня. Ульта. Фигня. Exit wounds. Могут пригодиться. Про Валфарис слышал, да, конечно, слышал. Tickle damage, бонус, крит шанс, плюс 12, Vengeance, 160, или Jolted. Все какое-то слабое на самом деле, ну... Это будет чаще работать. В общем, я, конечно, здесь шавуху надеялся увидеть. Тебе нравится Dead Cells? Пробовал? Да, я пробовал Dead Cells, он мне нравится, но... Довольно быстро надоел. У меня 2,5 минуты еще целых. Может, так сильно не торопиться особо. Может, ты... Начнешь урон наносить? Загрей. Пожалуйста. Нет, торопись, это время перейдет на следующую локу, ну, не факт, не факт. Но может быть. Окей, окей. Стоит покупать Валфарис. Валфарис я еще не пробовал. У меня есть на нее ключик, но я в нее еще не играл. Ну, сколько, 21%? Доджа у меня сейчас. Что, воскрешалки будут? Нет. А у меня денег нет на воскрешалки. Ага, сейчас так взял и купил. Все потому, что я в магаз только что сходил и закупился там. Билд просто построенный на одной кнопке. Как классно. Одноударовый билд. Здесь сейчас тяжело, разве что против щитовиков будет. Что? Кристалл и... Я понял. Может, спешл апнешь мне? Пауз, пожалуйста, апни спешл. Четыре энкаунтера. ХП уменьшено, потом больше монет получаем. Четыре энкаунтера. На 39 больше противников, плюс атак дэмэдж. Обычные атаки мне не нужны. И более редкие буны, но чембер из хидден. Монеты берем. Все остальное невыгодно.
Что? Что за выборы? Я не понял. Ничего купить не могу. Ладно, просто пробегаем мимо по факту. Зевс в элитках, да? Либо халявное воскрешение, еще одно. Это тяжелый сейчас выбор, кстати. Шаву купить? Да какой у меня фул хп? Практически. Воскрешалка или... Или Зевс. Мне нужно что-то от Зевса. Иначе я джолт от эффекта не могу наложить. Жевать на пробел. Давай пробел, пожалуйста. Вот сейчас очень нужен пробел. Да, есть пробел, хоть он и синий. Еще Зевс, еще больше Зевсов. Больше Зевсов в Эрту, донейшн акцептед. Спасибо за донат. Те наш, что с пылесосом, как движущая сила прогресса в космосе. С пылесосом? Ты про игру... Брэсэдж? Так ничего, пройдено. Ничего такого с ней, просто пройдено и все. Касты предлагают, Lightning Bolt эффекты могут ударить дважды, а Lightning Bolt это мой пробел, да? Мне кажется, надо касты апнуть. И soft sticks купить не могу. 55 хп. Ладно, 55 хп возьму. Денег вообще нет! Сундуки не приходят! Что? Блин, колесницы меня могут очень прям продамажить. Не могут, а они меня реально дамажат. Так, мне немножко хп вернулось, да? Ой, да это тоже тяжело. Ну и, наверное, надо кишку попробовать апнуть. А если я Гермесом увеличу скорость использования кишки? Автоматический ПКМ какой-нибудь. Нет, дедал. Атака, большой чоп. Ну, наверное, кстати, неплохо. Атака стреляет или атака наносит урон по броне. Большой чоп возьмем.
15 гемов из 20. О, хп или монеты, хп. Да, выгодней. Привет, Хейш. Здравствуй. Эй, спасибо большое за ресапчик. Чей ресапчик? Чей ресапчик? Сейчас посмотрю. Last Kid с возвращением. С возвращением, Кит. Спасибо, спасибо тебе большое за поддержку. Здорово, we must stand together. В чатик. Альтернейты на что держишь? Не знаю пока. Честно, не знаю. На финалочку, наверное. Ну, мне пока... Например, на вот эту вот на вот этот гранат. Халявная ХПН, да, лучше. Лучше, чем гранат. Хейш, сообщение удалили. F. Ты еще не все? А че Астериус завис? Кажется, они умрут вместе в объятиях друг друга. Что это было? Что? Ну, нормально. ХПшка. Продажа. Ничего продавать мне нельзя. Магазин воскрешалки нету. ХПшку возьму. Coin goes in, that comes out. Да. Which to choose? One more stop. Ну, побежали. Сейчас будут важные решения. По деньгам, по всему, по всему. Гермес есть, молот есть, 900 в сумме стоит. Ты мне не нужен, дешевенький АРС есть. А? Монеты нет, гранат нет, АРС Афина. Гранат меняем на ХПшку и пойдем к ХПшке вначале. Реклама, минус 10к. Ну, сейчас запустим, не переживайте. Все есть, готово. Приятного просмотра. Да умри ты уже. Yeah.
поехали. Так, деньги, наверное, тоже все-таки меняем. Еще хпшка, отлично. Аксепто! Донатик, прикол и интерес этой игры. Естественно, если коротко. Прикол и интерес этой игры. Это крутейший рогалик, один из самых лучших. Каждое прохождение ты потихоньку прокачиваешься персонажа, проходишь игру все сложнее и сложнее, сам выбираешь, с какими оружиями проходить и так далее, и так далее. Охренительные диалоги, шикарная музыка, классные файты, боссы и все. Ага. Ну, Death Defiance важнее, чем все вместе взятое, что было в магазине. Иди потом на сложную Афину. Ну, тут еще надо будет подумать, куда мне надо идти. Ничего, продавать, конечно же, я не буду. Да я, блин, одним Jolted эффектом сейчас. О, я могу сразу на бать пойти. Не повезло, не повезло. Да не, нормально. Походим еще. Сложную Афину. Ну, вообще хорошая идея. Не знаю, а что она мне даст? Донатик, Кир, спасибо. Есть. Донейшн аксептед. Но я не в английском, а с субтитрами мне неудобно играть. Нет, русского пока что нету. К сожалению, русского языка завезут, скорее всего, только на релизе. Релиз вроде как 10 декабря, я так понимаю. Следующий патч уже релиз. Либо нет, либо только где-то в первом квартале следующего года. Точно не знаю, точно нет. Самые скоростные прохождения крысанов. Тупо на пробелах. Иногда на ПКМах. May the light and fury of Olympus guide you from the dark, cousin. I've a token of it for you here. Дефлектящие атаки. Ульта. Да, вот ульта это хорошо. Ничего не урона от трап, конечно, тоже прикольно, но... Но нет. Сколько денег? 467. Понимаю. Пойдем к Ресу. Что завтра будешь играть? Завтра в основном только ДБД. День рождения же, алкостримчик. Алкостримчик всегда ДБД стримлю. Очень хочется молот Дедалу и кишку как-то апнуть. Семь с половиной минут. Думаю, этого хватит для того, чтобы батю убить. Так, нет, Кьюшка все еще сильнее, чем УКМ.
Вы же говорили, что местами проседает качество картинки, или только у меня там? Я не знаю. Нет, не говорили. Проверь, точно 1080p? И все. И это был тяжелый РС. Продолжаю воевать против мертвых, я с радостью помогу тебе. Семья к семье. Атака Special Cast наносит больше урона. И Doom после получения урона. Вот это тоже круто. Потому что Doom позволит мне наносить... Держать на противнике два проклятия. Хотя я и так держу два проклятия. Q-шка и ПКМ. Значит, мне это не очень надо. Да, тогда спешу. Когда ты файтишься, ты каким-то мыльным становишься. Ну, слушай, понимаешь, такой экшон кодировать очень тяжело. Атака отправляет волну, спешл хитует шире и наносит плюс 50 больше урона. Yes! Пойдем еще критов возьмем. ХП восстановим, почему бы и нет. Infernal Throw можно взять. Ой, кристальчики. Я могу просто по центру встать? Вот, нет, по центру я не могу встать, потому что по центру ловушка. Пятьдесят шесть кристаллов, офигенно. Юшка критует на 700. Когда критует. Она, конечно, редко критует, но если критует... Критует на 700. А еще враги ко мне подойти не могут. О, дополнительные 3. Для каста. Год гауч быстрее заполняется или атака может критануть. Всего 39 атак дэмэджа. Почему так мало даешь, Deadly Strike? Почему так мало? Я, конечно, понимаю, что у меня чоп-чоп. Нет. Я думаю, что мы просто ПКМ и добавим. А Doom сейчас, может быть, на ЛКМ возьму. Черт, 50-ка или... После убийства противника атакой спешл, наносит больше урона. Ай, проклятие Дума. Два проклятия будет. Зевс и... Итак, принц снова убедил Цербера отойти в сторонку. Давай, бать, посмотрим, что ты умеешь. Одна вещь не так, либо отец. Знаешь, что я не рад делать то, что делаю. Ну куда? Покажись.
Бабочка супер слабая. Он всегда в самом начале эту волну отправляет. Блин, хотелось бы без воскрешений, но... Но получилось без воскрешений. Мир, которого ты ищешь, он еще жестче, чем тот, который ты знаешь. Well. Ну, это самый быстрый был, да. Now that was quick. Новый рекорд. Ну, конечно, не на 10 черепах, но... Да, 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 да. Боже, это было отлично просто. Зачем я копил все эти воскрешалки? Гидра сложнее была. Да, даже возможно. На перене проверили сколько, блин. Ну, я думаю, 30% где-то я набрал. Не знаю. Я в каждой комнате набирал, скорее всего, нет. Но это было круто. Это реально было круто. Эй, позволь, я буду первым, кто скажет тебе поздравления. Ты умер уже 100 раз! С тех пор, как я считаю. Ну, да, я считаю. Никакого приза за это нет, не так ли? Но твое путешествие... Это и есть награда, не так ли? Отлично. Просто продолжай умирать снова и снова, и все будет хорошо. Это действительно честь, Гипнос, спасибо. Да, это наш 100-й ран был, между прочим. Офигенно. Что надо сделать, чтобы Цербер пропускал? Я не в курсе, обычно сплю на стримах Хейдес. Пройти несколько комнат и в одной из комнат рандомно найти сумку с мясом для Цербера и отдать ему. Так что, ты так и не ответишь на мой вопрос насчет матери? Тот самый, который я тебе задавал. Ну, короче, ты мне так и не ответишь, пока не закончится обновление подземного царства. Не знаю, о чем ты говоришь, Бугги. Хотя мой фокус сейчас действительно весь сконцентрирован на обновлениях, да. Может быть, когда-нибудь, одним днем или ночью, когда это место будет работать, функционировать нормально, у меня будет время на твои дурацкие вопросы. Отлично, не могу дождаться. Если я иногда... Я боюсь, что отец... Если он узнает, что ты помогаешь мне, он не будет так добр с тобой. Не волнуйся обо мне. Твой отец все еще работает с работой, которую я создал для него в моих дней. Твой отец все еще работает, весь в работе, которую я создал ему еще в свои деньки смертного. К тому же, он ничего не сможет, не может забрать от меня. У нас есть общее соглашение. У него и у меня. Давайте подарим ему еще одну амброзию. Парень, серьезно, вся эта доброта, я не хочу, чтобы ты... Я не хочу, чтобы ты подумал, понял меня неправильно. Я одинок, да, но мое сердце принадлежит кое-кому еще. Еще с тех пор, как я был жив. Я надеюсь, ты понимаешь. Представлял, что ты это скажешь, Ахиллес. Я в любом случае хотел тебе это отдать. Не утопай в печалях. Нет, не утопай в печалях. Не утопай в свои печали.
Ведь именно аниди, по ходу, делают тебя сильнее. Не утапливай их в амброзии. Вот так вот будет. Что ж, спасибо тогда. Не беспокойся обо мне. Я уже давным-давно пережил свою грусть и ярость, которую я чувствовал, когда мое сердце было впервые разбито. Теперь у меня есть... Теперь это всего лишь шрам. Они ведь говорят, что наши шрамы и дают нам наши характеристики. Наши шрамы украшают нас. Кодекс апдейтед. Блин, ну кодекс я прочитаю только русский видос, иначе слишком лениво все это переводить. Куда же делся Орфей? Ничто здесь не загрязняется, пока я работаю, ваше высочество. Вау, за 200 кристаллов можно один кем купить, за десятку можно взять эту амброзию, за 5 амброзий можно купить сотку. Ну, вы знаете, что я возьму. Амброзии мне не сильно нужны. Декорации. Cushions the posterior while waiting eternally. Ну-ка. О, более удобные табуретки, которые я никогда не смогу использовать. Почему Медуза здесь такая ня? Потому что это мисс Дуся. А что здесь разбросано? Какая-то кровь. А, это походу шерсть. Да, это шерсть Цербера. До этого здесь повсюду были царапины, теперь он здесь шерсть разбросал. Что будет дальше? Его игрушки будут по комнате разбросаны. Кстати, на отца потратил 2 минуты 20. Сколько у меня ключей сейчас? 2 всего. Максимальный уровень загрея аспекта на мече, 20 скорости. Я еще щит не апал, значит, следующее мое прохождение будет на щите с... или под щитом. Ха! Форма в кот... Это форма хаоса, который щит хаоса показал себя. Плюс 10% уменьшения урона просто так. После Баураша спеца спешл кидает несколько щитов. Вау, это круто. И спешл меняется на блиц-диск. Спешл наносит быстрый урон, возвращаясь по команде. Атака не отменяется. Такое. Чпрюхит. Ну, в общем, аспект Зевса, я думаю, мы поиграем через вот это. Прикольно. Этот щит выглядит довольно красиво, друг. Стоп, а его забрать надо? Зажать. Он очень долго... Блин, прикольно! Офигенный щит прям, вообще супер. Мне нравится. Кинул щит, короче, и вталкиваешь противника в него. Ну, по чуть-чуть, конечно, дамажит. Восьмёра мало, но что поделаешь. Ладно. На этом мы на сегодня Хейдес заканчиваем. Я думаю, продолжим мы Хейдес еще. Дрынь. Жаль, что я сегодня ни разу не встретил Тиан Орфея. Очень жаль. Вот. Очень надеюсь, что поиграю еще, возможно, даже завтра во время алкастримчика.